проект «Экзегет», книга пророка Осии, 5 глава. Ну, в прошлых главах довольно много было про обличение Израиля. Он сравнивался с неверной женой, которая была у пророка Осии. Он сам, кстати, израильского народа, то есть это все его касается напрямую. И довольно много говорилось в предыдущей 4 главе об Иудее, о Южном царстве, где тоже все неблагополучно. Вот в 5 главе упоминается уже более конкретно, кто, собственно, чем провинился. И говорилось много о языческих культах. В 5 главе о них пойдет речь тоже. «Выслушайте меня, священники, внимай, дом Израилев, царский дом послушай». Идет такая как бы процессия. Священники первые, те, кто, собственно, должен быть носителем веры, носителем нравственного начала, должен вести народ к его Богу. Потом весь народ и, с другой стороны, царский двор, да, то есть между царями и священниками народ, между этими двумя видами начальства или руководства, если можно так сказать, духовное и светское, что, кстати, в Библии очень четко различается, да, вот это духовное и политическое, церковное, религиозное, общинное, как хотите, с одной стороны, и царское, государственное, светское с другой. Но зачастую там, где идет речь об обличениях, конечно, они выступают в печальном союзе, и один другого стоит. «Вы стали ловушкой в Мицпе, сетью раскинутой на Фаворе». Это географические названия, даже не очень важно, где это находится, но там, очевидно, какие-то либо святилища местные, либо места, куда люди приходили по другим причинам. «Погрязли непокорные в убийстве, но я накажу всех». «Знаю я Ефрема, Израиль от меня не сокрыт, ты пустился блудить, Ефрем, Израиль осквернен». Но Ефрем и Израиль здесь это синонимы, Ефрем это одно из племен, колен, а Израиль это Северное царство, в котором Ефрем занимал самое известное положение. Ну, как Россия и русские, да, то есть в России далеко не все русские, но русские основной этнос России. «Не дают им вернуться к Богу их дела. Дух блуда среди них Господа не познали они. Величие Израиля говорит против них». Вот этот дух блуда, о котором он постоянно говорит, это, конечно, в основном про языческие культы, хотя и, безусловно, физический блуд, сексуальный разврат здесь может иметься в виду. И главное, что они не познали Господа. То есть вся вот эта вот жизнь, которая там происходит, она не ориентирована на Бога, не познают его. Что значит познают? Ведь очень легко говорить о Боге, как о чем-то таком, что нам известно. И часто так люди делают. Но люди о Боге знают крайне мало, даже самые-самые продвинутые из них. Вот познавать его они могут. Они могут приближаться к этому познанию. И если они считают, что это познание им не нужно, или что оно уже состоялось, они перестают его познавать, и начинаются вот такие серьезные проблемы. И величие говорит против них. Мы очень часто говорим о величии своего народа, ну и другие тоже народы так иногда делают. Но величие может говорить против. Величие – это не индульгенция, это не право делать все, что угодно, и считать себя при этом великими. Это некая норма, некий стандарт, это некоторое высокое звание, которое могут конкретные люди, поколения, и, а могут и не в своей жизни являть. И когда они его не являют, то это величие, оно против них, а не в поддержку. «Израиль и Ефрем в своем беззаконии падут, падет с ними и Иуда», то есть Северное и Южное царство, и все будет плохо. «Со стадами и отарами своими пойдут искать Господа, но не найдут, удалился он от них». То есть тот момент, когда все начинается не очень хорошо, то пытаются все-таки что-то как-то где-то, ну поищем Бога, но без него же никак. «Но не найдут, удалился он от них Господу, они изменили, родив незаконных детей». Вот снова этот образ блудницы, как народа, и незаконные дети, ну, можно это считать физическими детьми, да, блудницы, можно считать, безусловно, членами Божьего народа, которые живут по этим законам блуда, а не по закону Бога. «И теперь новый месяц пожрет их самих и их надела». Ну, то есть, новое время наступает, когда ничего этого не будет. «Затрубите в рог в Гиве, в трубу в Раме, закричите в Бейтавене, за тобой, Вениамин».
Это места, где были свои местные святилища. Вениамин – маленькое племя, которое было вместе с иудеями. И вот Иудея исчезает, остается маленькое-маленькое племя. Да? Ну, как, я не знаю, там в современной России, не буду называть конкретный народ, вот останется один маленький какой-то народ, и придется за ним идти, потому что большого народа уже как бы и не будет. «Опустеет Израиль в день кары всем племенам, я точно возвещаю». Вожди Иуды словно те, кто сдвигает межи. Межи – границы на поле, значит, сдвигает межу, значит, присваивает себе чужую землю. «И залью на них гнев мой, как воду. Подавлен Ефрем, сокрушен на суде, решил он следовать тому, чего нет». Вот основная проблема с языческим культом – следовать тому, чего нет, вместо того, чтобы следовать за Богом, который есть. «Стану я молью для Ефрема, ржавчиной для дома Иуды. Увидел Ефрем свою болезнь, Иуда свою рану, и отправился Ефрем в Ассирию, послал к царю Ярева, но не может он исцелить, рану вашу он не излечит». Ярев – это, собственно, тоже Ассирия, да, ее местность. И имеется в виду, что когда вот у этого северного царства израильского, иногда мы его называем Ефремом, потому что Ефрем – главное племя, начинаются какие-то проблемы, он обращается к могущественным ассирийским соседям. Он надеется решить с помощью каких-то политических мер, с помощью каких-то экономических, социальных, культурных и прочих возникшие проблемы. Он обращается не к Богу, а к более сильной державе. Но это не работает, потому что дело не в нехватке войск, денег, авторитета, политического влияния. Это все можно получить от другого народа. А дело в нехватке Бога, дело в нехватке чего-то внутреннего, да? Рана, болезнь – это то, что требует лекарства, то, что требует исцеления, то, что не может быть восполнено. Ну, если человек ранен, он не может красивой одеждой эту рану закрыть. Закрыть-то он может, но толку не будет. Да? Или если он болен, он там, чтобы не заимствовал у другого человека, у другого народа, это не будет исцелением. Да? Надо найти какое-то лекарство, которое изнутри начнет действовать, а не извне. И вот очень часто, да, внешнее величие, внешняя политика, внешнее какое-то влияние заменяют внутреннюю гниль как бы, но не способны не только заменить, но даже скрыть ее на самом деле. «Я для Ефрема как лев, для Иуды как хищный зверь, растерзаю и прочую, да утащу, и никто не спасет». Вот Бог, который говорит: «Когда-то вы были моим народом, теперь вы не мой народ», более того, добавляет: «А я ваш хищный зверь. Я тот, кто на вас нападает, и вас уже никто не спасет». Вот разная божественная педагогика. Иногда обещаниями, иногда лаской, иногда уверениями в том, что невзирая на все то, что происходит между ними, Бог по-прежнему любит этот народ, по-прежнему готов его терпеть, готов в какой-то момент изменить свое отношение. А иногда угрозой. «Я дикий зверь, который нападает. Поэтому смотрите на меня, смотрите в мою сторону». Хоть так пытаюсь их привлечь. «Пойду возвращусь в место мое, пока не признают своей вины, пока не станут меня искать, в беде своей не прибегнут ко мне». А как же это понимать? Куда это Бог возвращается? Что он с неба, что ли, сходит в каком-то телесном облике на колеснице, как всякие языческие божества, и вот он походил там по земле Иуды, по земле Израиля, Ефрема, и сказал: «У вас тут безобразие творят, все, я обратно на небо». Ну, наверное, в каком-то очень примитивном смысле можно это понять и так, но здесь дело, наверное, гораздо глубже. Вот израильтяне не ищут Бога, так он это называет постоянно здесь, не пытаются его познавать. Познавать и искать – здесь очень близкие понятия. Да? Познание – долгий постепенный процесс, как и поиск. Поиск знаний, можно сказать так. И если они этих знаний не ищут, то Бога они, естественно, не могут найти. И он от них в каком-то смысле скрыт, отделен, да? Как тот, кто уехал в некое особое место, как тот, кого здесь мы уже не увидим. И он собирается там их ждать, но он собирается именно ждать их. Не просто он говорит: «Все, я на вас не обращаю внимания, у вас тут все плохо, и я пошел». А когда же вы начнете меня искать? Вот тогда, тогда для вас это будет сложно. Но для вас все-таки это будет какой-то серьезной попыткой это сделать.
Ну, а что, собственно, произойдет, когда они начнут его искать, об этом пророк Осия хорошо говорит в 6 главе, и мы ее обязательно почитаем в следующий раз.